Вы смотрите новости, мы продолжаем. Более 13 тысяч автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии бесплатно установят потребителям города Петропавловска и аула Бесколь в этом году. Новые счетчики позволят отказаться от ежемесячной передачи показаний за свет. Приборы отправляют данные сами. Как такое возможно, расскажет Ольга Загоруйко. На данный момент это самые современные потребительские приборы учета в Североказахстанской области. Их в доме номер 7 по улице Гагарина установили бесплатно. В сравнении с обычными они имеют ряд преимуществ. Мы можем на табло увидеть также тарифы, дату, время. Также потребитель может самостоятельно просмотреть всю эту информацию при нажатии кнопки на непосредственно прибор учета. Также просмотреть мощность потребляемую, как он в данный момент, нагрузку, то есть напряжение пофазно. Сам данный счетчик передает автоматически информацию на маршрутизатор, установленный в трансформаторе подстанции. Потребителям больше не нужно ежемесячно проверять показания счетчика и передавать их в диспетчерскую службу. Это основной плюс новых приборов учета. Принцип ОСКОИ заключается следующим образом. В точке учета устанавливается многофункциональный электронный счетчик с передатчиком, предназначенным для передачи данных по силовой сети PLC. В трансформаторной подстанции устанавливается устройство сбора и передачи данных, который заданным интервалом времени производит опрос счетчиков. Затем показания пересылаются на центральный сервер Североказахстанской распределительной электросетевой компании. Человеческий фактор полностью исключен. Установку автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии планируют в этом году сделать в таких районах города, как Бензострой и Рабочий поселок, а также в ауле Бесколь. Во исполнение поручения главы государства о необходимости лигитации сверхнормативных и снижения нормативных потерь электроэнергии, АО «Северокостанская РЭК» второй год реализует программу внедрения автоматизированной системы контроля учета электроэнергии. Так, в текущем году в рамках инвестиционной программы и выделенного займа Европейского банка развития и реконструкции будет установлено более 13 тысяч приборов учета ОСКОИ. После установки счетчиков потребители могут запрограммировать их по зонам суток. Это сэкономит денежные средства. Узнать, будут ли ставить бесплатно современные приборы учета в вашем доме, можно по телефону 31 42 40. Ольга Загоруйко, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.